И шмотки сняли. Ну и куда ты едешь? Я? Да. На концерт. Какой концерт-то? Карусель детства. А что за дети там будут? Инвалиды. А я буду одни выступать. Вот. От Подпорожья один? От Подпорожья. Какую песню будешь петь? Подпорожский говорок. Здравствуйте, как проходите, пожалуйста. Что-то не замечаю. Мы не работаем, мы сегодня аккуратно. Я собираюсь на концерт. Да что на концерт ты собираешься? Зрителем или исполнителем? Исполнителем. Вот он собирается, посмотрите. Вот я записываю, как он собирается на концерт. Пожалуйста, он собирается. Павлик. Да. Ничего, зал лучше, чем у нас. Лампы такие красивые. Все. Значит, спеть должен лучше еще, чем Подпорожье. Я там помню. Тогда после. Тогда я это забираю. Да? У него еще микрофон высокий. Thank you.
Я бы тысячу не была. Сначала салат давали, да? Салат, почку. Кого? Разрезанную на кольца почечку. Почечка? Да. Почечку давали? Почка порезана в салате. И что с салатом? Картошечка и почка, и мясо. А пирожок-то с мясом был? А, с ливером, наверное. Да, да. Один в сумке, по-моему. Сколько на нас фестивале гостей? И вы приехали? И бабки-ёшки у нас приехали. Откуда у нас приехали бабки-ёшки? Болото. Болото приехали наши бабки. Десночка. Спасибо, сказал Денис, а мы, конечно, поаплодируем. Как тебя зовут? Павел Павлов. Ну, Павел, что ты споешь там? Песенка в хорошем настроении. Ну, давай. Если мы в конкурс вылетели, если мы в конкурс вылетели, на различные фестивали. Начинаем фестиваль. 3, 2, 1.
в орешниках, в недремлющих осинах, в черемухах, заснувших на весу, в глазах девчат и золотых осинок я вижу родниковую красу. Ритмы земли родной, они необходимы каждому из нас, как воздух, как вода, как сама земля. Песню о своем любимом Подпорожье поет Павел Алюков. Музыка Алексея Ермакова, слова Сергея Пронина. Подпорожский говорок. Между прочим, и слова, и музыка написаны местными авторами, жителями Подпорожья. Итак, Павел Алюков. Сейчас выйдут на сцену будущие.